Вот сейчас хип-хоп. Ну, придет время, и хип-хоп точно так же уйдет в свою нишу, что-то другое появится. А может, не появится, кто его знает. Мы сейчас вообще в интересное время живем. Давай лучше я спою песню. Как минимум, мы что-то полезное, надеюсь, сделаем для того, чтобы рок жил. Саша Самойленко, Томас Брэнд в прямом эфире «Рок-гаражника». Саша Самойленко.